Приветствую всех своих подписчиков. Сегодня будет видео, посвященное утеплению первого этажа. Утеплял я его без применения различных пленок, которые сейчас присутствуют на рынке. И исходил из того, что пленка будет являться таким непонятным препятствием при выводе естественной влаги, которая находится, может находиться как в самих бревнах, так и вот в этих лагах, несмотря на то, что дом уже простоял около 2 лет. Ну, долго думал, много видео смотрел, особенно умиляло видео, когда эти лаги полностью обертываются вот этой диффузионной мембраны. Для чего делается, я так и не понял. То есть одно дело, когда применяется это все на крыше с контуром решетка, где свободно проходит воздух. Другое дело, когда вся древесина упаковывается, можно сказать, целлофан пупырчатый. И на выходе мы имеем просто какую-то теплицу мини под полом. Вот, поэтому, отталкиваясь от вот этого вот всего, я решил поступить следующим образом. Значит, внизу у меня подшита черновая доска. То есть весь этаж. У меня внизу идет подвальное помещение глубиной где-то 1,60 м, 1,70 м. Вот, то есть фундамент у меня заглублен на такую глубину, полноценный подвал. За доской подшита, как вы видите, ОСБ фанера, ну не фанера, а ОСБ листы. Вот, подшиты они у меня практически впритык к подкладочной доске. Сейчас я покажу зазоры, какие-то зазоры оставил, так как все это, мало ли, может прийти в движение. Ну и вообще какой-то проход воздуха тоже должен быть. То есть вот эти вот промежутки между досками будут своего рода, ну, с моей точки зрения, будут играть роль вентиляционных каналов. Хотя я планирую по всему внешнему контуру дополнительно запенить то пространство, которое осталось между кирпичной кладкой выравнивающей и ОСБ вот этой вот фанеры. То есть там порядка 2 сантиметров. Делать я буду это для того, чтобы снаружи дома ветер не подпирал, не заходил сквозь эти щели в утеплитель, опять же, проходя через весь утеплитель, выходил в само помещение. Вот, утеплитель это не панацея, сразу же говорю, потому что, ну, если будет сильные сквозняки, его может просто потоком воздуха немного сдвинуть, и воздух, особенно зимой, это будет очень хорошо видно. Воздух будет просто заходить в помещение из-под пола. Вот, значит, 2 слоя у меня утеплителя идут внахлёст. Это канал, коттедж, сотка. Утеплитель выбирал дорогой. Ну, канал, он не нуждается в этих представлениях, каких-то рекламных буклетах. Единственное, что хочу сказать, если кто-то думает, что утеплитель спасает от грызунов за счет своей там, за счет включения в свой состав там, ну, в данном случае базальта, вот этой крошки, это все полная туфта. Я на личном опыте убедился, у меня хранился другого плана утеплитель Технониколь 3 года в гараже. Так вот, там после распаковки половину упаковок просто пришлось выкинуть, потому что, ну, там крысы сделали такой себе гарем. То есть они там жили, плодились, умирали, тонны говна оставили. Где-то у меня будут фотки, возможно, найду, покажу. Там просто вот сквозные дыры через все эти брикеты утеплители были. Вот, поэтому утеплитель можете выбирать любой. Но как бы там его ни рекламировали, учтите, что от насекомых и от грызунов он не помогает. То есть его основное свойство — это утеплять. Поэтому вот такое вот решение с ОСБ фанеры снизу, оно, в принципе, исключает проникновение каких-то грызунов. Но если, естественно, они не начнут точить все это. Я попозже загляну в подвал и покажу, как там обустроено все. Ну, в принципе, присутствие грызунов в подвале у меня тоже, в общем-то, исключено. А грызуны, они, поверьте, любят жить вот как раз именно вот в этом теплом пространстве. Для них главное, чтобы рядом находился где-то еще источник пищи. Так что вот как-то так у меня такой подход. Значит, вот эту маленькую комнату я уже
утеплил вчера, здесь у меня лаз, погреб оставил. На что обращать внимание? На внешний контур стен, которые граничат с улицей непосредственно. Я вот этот участок дальний между лагом и стеной, бревном, из-за того, что там бревна они полукруглой формы, то есть нельзя, как в лаге, просунуть один мат, приходится заполнять вот эти пустые поры, поэтому запрессовывал я их от силы где-то в три слоя, наверное, ну не совсем напрягаясь так, не сильно заталкивая, но максимально, то есть дуть будет в основном оттуда. Мат положенный в центре комнаты, они, в общем-то, их не надо утрамбовывать, не надо силой заталкивать, они должны лежать свободно, и в них должен какой-то воздух быть между самими матами, то есть нельзя их сминать друг к другу, то есть воздушная подушка какая-то должна оставаться, воздушный барьер. Утеплять капитально нужно именно вот эти вот внешние контуры. Ну вот, в данном случае это стена, соседствующая с другой комнатой, так что здесь тоже не сильно утрамбовано. То есть утрамбовано в основном вот этот вот внешний периметр, который идет во всех комнатах. Снаружи, как вы видите, уложена уже фанера. Большая часть вот этого помещения, первого этажа, по укладке фанеры будет отдельное видео. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание. Из-за того, что я укладывал фанеру, собственно, отказался также от паронепроницаемой пленки. Единственное место, где ее следует применять, это вот эти вот усадочные зазоры, где сейчас вы видите утеплитель. То есть изнутри помещения при его обживании обязательно надо будет установить вот эту вот паронепроницаемую пленку красного цвета. Фанера достаточно плотный материал, все стыки и зазоры между листами будут дополнительно обработаны герметиком, то есть, в принципе, непроницаемость нужно будет обеспечить только, опять же, вот под этим контуром внешним, где фанера соприкасается со стеной. Сейчас мы спустимся вот в этот подвальчик небольшой, и я покажу, как там внутри все обустроено. Ну, внутри, как видите, достаточно просторно. Весь периметр подшит, как я уже говорил, USB листами. И вот в этих местах, по моей задумке, то есть тот контур, который идет наружу улицы, я просто запениваю, избежание просто продувания, захождения холодного воздуха вот между этим стыком, между USB и подкладочной доской. Собственно, проникнуть грызуны они, конечно, могут, ну, через вот это вот вентиляционное отверстие, которое у меня здесь есть. Мыши, в общем-то, и по бетонной стене могут лазить. Вот, единственное, что надо будет делать, поставить сюда решетку с наружной стороны, чтобы просто физически не могли проникнуть. Вот из-под земли, то есть мыши, крысы не пролезут. Так что возможность появления какого-то семейства грызунов в подполе в этом пироге, в общем-то, исключено. Значит, по вентиляции вот этого подвального помещения, что я для себя обнаружил, вы видите, сейчас здесь достаточно большая подушка из опилок, которая сыпалась во время там шлифовки, торцовки. Что я обнаружил? Значит, у меня помимо вот этих опилок, там еще идет где-то 20 сантиметров гравийно-песчаной подушки. То есть отсыпал специально, утрамбовывал перед тем, как заливать сам фундамент. После того, как случайно обнаружил, что здесь скопилось много опилок, я почувствовал прям, ну, запах земли вот этот сыроватый пропал. То есть под опилки они тоже какую-то свою роль играют. Они, кстати, влага не уходит никакая из-под земли, хотя здесь у некоторых достаточно высоко расположены грунтовые воды, то есть подвал у меня получился сухой. И опилки играют такую роль, что ли, одеяла. Вот. И нейтрализуют запах вот этот вот, который исходит от сырой земли. То есть дышать достаточно комфортно. Что касается продухов, многие советуют делать тут отверстие чуть ли не с окна, чтобы большие объемы воздуха
проходили. То есть вот сейчас в помещении холодно, прохладно, но вот это вот спертого воздуха не ощущается. Снаружи умеренный ветер, я сейчас зажигалку поднесу. Тяга, как вы видите, присутствует. Вот, то есть воздух заходит. У меня все вентиляционные отверстия расположены каким образом? То есть по внешнему контуру они находятся вот в этой кладке. И снизу у меня таких несколько подвальных помещений. Я расположил трубу у самого низа, чтобы у меня была конвекция воздуха. То есть чтобы воздух внизу не застаивался, смешиваясь с теплым воздухом, который заходит с улицы, проходил уже в соседнее помещение. То есть чтобы было полноценное перемешивание. Сейчас посмотрим, есть ли тяга. Ну, тяга тоже присутствует. То есть этот воздух потом выходит в другое помещение соседнее и уже по внешнему контуру выходит наружу. Вот, не забывайте также при заливке фундамента оставлять вот такие вот монтажные отверстия. У меня конкретно через это отверстие пойдет труба с кухни. Кухня будет вон в том дальнем углу. Осталось просверлить отверстие сейчас. И, соответственно, когда сверлите отверстие монтажное, то сделайте это желательно перед укладкой утеплителя, чтобы потом не пришлось его там отрывать, куда-то в сторону сдвигать, чтобы все было максимально плотно. А вот как-то так, собственно, пока что меня все устраивает. Осталось только посмотреть на всю эту красоту во время зимы при отоплении самого дома. То есть я ничего не исключаю, возможно, там и утеплитель какой-то конденсат наберет. Ну, по крайней мере, у меня есть капельники, то есть просверленное отверстие, куда я буду вставлять и смотреть, ну, то есть через прибор анализировать вообще, насколько влажный утеплитель. Если там вода, по крайней мере, я смогу снять тот же лист и посмотреть, насколько утеплитель сухой. Насчет выветривания я уже сказал, что выветривание тут исключено, потому что листы примыкают достаточно плотно друг к другу. Единственные зазоры, которые здесь присутствуют, это зазоры во внешнем периметре. Вот. Вот как-то так. А следующее видео, повторюсь, будет уже про укладку фанеры. Всем спасибо за просмотры. Задавайте вопросы, ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.